Привет! Здравствуйте, мои любимые друзья! Здесь перед вами карта Симбалон. И вы знаете, что традиционно я делаю три письма от высших сил для вас. А здесь будет видео-ответ от высших сил. И здесь мы будем с вами взаимодействовать с силами природы. Поэтому я делаю на Земле, покровительница Флоры Венера. И будет у нас три ответа на вашу петицию, на вашу просьбу или на ваше письмо для Венеры от высших сил, от самой Венеры. В нашей Солнечной системе ипостасия Творца, Творец Един, представлен семи планетами, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Одна из них – это Венера. Смотрите, вот ее сигнификатор. Ой, подождите. Это я взяла три другие сигнификатора. Сейчас вам расскажу, как будет происходить сегодняшнее предсказание. Оно будет немножко отличаться, но легко будет, вы поймете. Это сигнификатор Венеры. И перед этим видео просто пошлите три письма для Венеры. Можно сейчас, пока я разговариваю и показываю вам вот эту, это энергетический канал Венеры открывается, когда вы видите эту икону. Вот, три письма, одно может касаться любви, например, если вы хотите для себя новых отношений, вот это будет сигнификатор новых отношений. Если вы хотите для себя счастливой семьи, Венера покровительствует счастью семейному и любви, вот здесь. И письмо вот такое, вот это письмо, да, это будет ответ Венеры. Эти три сигнификатора я буду использовать и вкладывать их в всю колоду Симбалон. И мы посмотрим, какими картами будут они окружаться, чтобы вам дать совет или какое-то предупреждение, будет видно все. И там же будет вам ответ на ваше письмо, да? Три письма от Венеры, покровительницы красоты, защитницы омоложения вашего организма, финансы получите, счастливые финансы, здоровый организм, очень красивое тело, улучшает вашу фигуру, омолаживает лицо, дает силы для любви и блаженства в любви, роскошную жизнь, деньги, финансы. Ну, вы знаете это все. Итак, я убираю коробочку. А сейчас смотрите, что будем делать. Сигнификатор Венера остается здесь у нас. Вообще Венера вначале была, как все другие богини, покровительница Флоры. И она осталась богиней весны, красоты, обновления природы. Поэтому я делаю на Земле, чтобы вызвать дух Венеры. Смотрите, эти три сигнификатора у нас это счастливые отношения в паре, это счастливая семья, и это петиция от Меркурия, это счастливый бизнес. Здесь идут у нас деньги, финансы и счастливый бизнес. Повторяюсь, еще бизнес, отношения в паре и счастливые отношения в семье. Это может быть дом ваш, дети, вот такое все. Теперь я вкладываю эти карты, смотрите, в колоду. Полностью вкладываю в колоду. И мы будем колоду с вами перемешивать. И искать эти карты в колоде, узнаем ответ Венеры. Если карта выйдет положительная, это сразу оберег. Если карта выйдет, ну, так называемая отрицательная, на самом деле все карты положительные, они все как лекарство, да, там будет предупреждение. Начинаем искать сигнификаторов. А Венера здесь присутствует. Это ее ответ на ваше письмо. Вы поняли, да? Напишите Венере вот в течение этого видео три письма, например. Можно даже на бумаге написать. А можно словами сказать. Первое письмо, например, «Хочу любви с моим человеком». Назовите его имя и свое. А второе письмо «Хочу больше денег» или «Хорошую работу». Да? Третье письмо «Хочу новый дом», «Хочу обновить дом», там ремонт сделать. Вот это, этому всему покровительствует Венера. Мы, девочки, ищем, и мальчики. Мальчики тоже, смотрите. Мы ищем с вами сигнификаторов наших. Очень красивое солнце. Венера блестящая, она дает счастье. Мне надо концентрироваться, чтобы не пропустить наших сигнификаторов с вами, да? Итак, дает счастье. Будем искать. Вот уже нашли одну. Так, хорошо. Дальше ищем. Угу. Так,
почти уже нашли, минутку еще. Главное, чтобы нам это было как более точно бы передало вам, что вам делать, чтобы быть счастливой, успешной вот для этой цели, да? Угу. Карты очень мощные эти, они показывают с точностью, да, знаете, миллиметровщики, такие карты-миллиметровщики, я их называю. Так, мы еще что имеем? Меркурия. Так, Меркурий. Это у нас финансы. Я, видимо, пропустила. И значит, так и нужно было. Значит, нужно еще раз перемешать колоду. Девочки, кто-то мне пишет, иногда бывает, что вы там что-то перепутали. Нет, это так нужно. Если я что-то пропустила, это все, ну, не, это же не я делаю расклад, а высшие силы, да? То есть высшие силы хотят, чтобы я еще раз перемешала колоду. Ищи Меркурий. Меркурий дает финансы здоровые, посылает клиента в работу, если вот вы хотите поменять, или чтобы лучше были отношения на работе, повыше зарплата. Это все вот карта Меркурия. И там Меркурий просто держит в руках это письмо, а в худшем он. Вы представляете? Вот дает Меркурий. Просто улыбается надо мной, да? Хорошо, он у нас уже есть. Прекрасно. Не будем больше искать. Не будем больше его искать. А мы спросим у него, что он хочет сказать. Почему он так спрятался? Он был на столе. Что он хочет сказать? Нужно вам избавиться от какого-то вампиризма. Давайте про Меркурий вначале. Мы с ним будем разговаривать. Да, потом мы его положим сюда назад. Потому что он тоже отвечает за... то, что отношения в паре, как улучшить. Вот здесь две эти карты. Что хочет сказать Меркурий сейчас? Ну, это шикарная карта, это очень хорошая карта. Понятно все. Меркурий говорит, у вас будет любовь и счастье. Он, конечно, отвечает, Меркурий, за контакт, за отношения. Но отношения больше вот такие, знаете, товарно-денежные. И здесь он вышел у нас с очень хорошей картой влюбленности, сексуальной карты, да? И окей, что я хочу спросить у него? Скажи нам, Меркурий, что связано с сексуальностью? Почему ты же отвечаешь за финансы, за контакты, да, по бизнесу, деловые? И вот что Меркурий говорит, что в вашем окружении есть какой-то вампир, какой-то человек, который вам мешает перекрыть канал денег. Но канал денег и канал любви – это один канал, это канал Венеры. Что еще Меркурий хочет сказать? Смотрите, вам нужно воевать за свое счастье. Нужно свое счастье приближать к себе тем, что отстаивать его. Кто-то вас запугивает. А есть такие женщины, которые, вот, знаете, они, как сказать вот вам правильно это, да? Они так смело показывают свою внешность перед вами, и вы начинаете тушеваться и думаете, да, да, ну я, ну что я хуже. И уступаете ей место. Здесь Меркурий говорит, не уступайте место никому свое, потому что вот святое место пусто не бывает. Это как раз об этом. Место ваше никто не может больше занять, оно вам дается по праву. Если вы влюблены, и вас влюблен кто-то, это точно, потому что карта в любви, сексуальности вышла. Меркурий говорит, не уступайте место вампирам. Вы знаете, о ком идет речь. Это вам Венера отвечает через Меркурий. Вот у него в руках послание такое. Не уступайте место вампирам. Канал любви, говорит Меркурий. Просто вызываю его сейчас, да? Канал любви, канал денег – это один канал. Это один абсолютно канал, понимаете? Это канал здоровых контактов. Вы тушуетесь перед людьми, которыми считаете лучше, там, красивее вас или успешнее. Не делайте так никогда. Не уступайте свое место никому. Нужно воевать, отвоевывать свое счастье вам. И не уступайте ни деньги, ни свое счастье никому. А сами за него нужно бороться за него. Итак, карта вампира может указывать, что кто-то хочет ваши финансы у вас взять. То есть, ну, может, хочет или денег одолжить, или хочет воспользоваться каким-то вашим проектом. Ни в коем случае не уступайте своих позиций, да.
Не общайтесь с недоброжелателями, не нужно пытаться переделать врагов. И я здесь вижу, здесь вот такой спасатель, мужчина хочет вас спасти. Это очень хорошо, здесь вот о финансах, но тоже о мужчине. Какой-то мужчина хочет очень хорошо заработать, Меркурий дает деньги, чтобы вам дать то, к чему вы стремитесь, но сами пока еще этого не достигли, да, хочет спасителем быть вашим. И в то же время здесь вот этот вампир, он есть в вашем окружении. Кто-то, кто просто, может быть, колдует даже, понимаете, или кто-то у вас энергию отбирает. Например, пообщались с каким-то человеком и чувствуете, что энергии как будто меньше стало, как вышла сила из вас. Меркурий передает послание Венере: не отдавайте свою силу никому, и тогда у вас будет больше денег и любви. Это один канал, Меркурий открывает вот сейчас. Это ответ, это уже не письмо ваше, а ответ высших сил для вас, что теперь открывается финансовый канал и помощи, вам будет помощь. И от какого-то мужчины, мужского рода человека, и тоже от высших сил, вам будет помощь в деньгах и в любви, только если вы не будете поддаваться вампиризму. Ну, здесь можно сделать чистку, у меня все даром чистки я даю. А можно просто, вот это видео, оно поможет, скажет, что нет никого сильнее вас, да, а внутри вашего мира нет никого, кроме Творца. Можно сказать, нет никого, кроме тебя. Вот такую мантру, или нет никого, кроме Творца. Это будет защитная мантра для вас, чтобы вы не поддавались влиянию какого-то вампиризма. Понятно. Понятно все, да? Итак, Меркурий был задействован в этом предсказании, поэтому я его верну на место. Итак, от Венеры идет. Первое письмо мы прочли. Первое письмо мы будем идти сегодня справа налево, поэтому это второе письмо. Вот оно. И первое письмо будет немножко позже. Я его пока разложу здесь для вас. Такое красивое очень. Все ровненько, потому что эти карты только прямые читаются. В них достаточно информации. Там целое море информации, целый океан. Итак, что касается отношений в паре. Если у вас нет партнера, вот эта карта, она отношения в паре, да? Ответ Венеры на отношения в паре. Смотрите, если у вас нет партнера, карта Будды, о чем она может говорить вместе с Гермесом? Мне делайте так, что вы у себя все время во внутреннем пространстве. Не замыкайтесь в себе. Карта Будды может быть и такая, и другая, любая, зависит от того, какие карты рядом. Но здесь четко вам сказано, не замыкайтесь на себе. Ловите это мгновение жизни путем того, что выходите в свет, в люди. Смотрите, это Меркурий, он говорит, что, ну, даже на интернете можно выйти в люди, да, показать себя. Ни в коем случае нельзя замыкаться в своем мире. Вы знаете, есть такое понятие, ну, медитация, да, но Будда никогда не сидел пассивно. Это люди сейчас не понимают. Вот смотрите, Эдгар Толле, ну, он классный, конечно, человек, но он какой-то вялый весь. А Будда, хоть и сидел всю жизнь в медитации, он был очень упругим, потому что у него медитации, они очень активные. Вот. И к чему это Будда призывает вас? Ну, в жизни нужно быть активным, нужно танцевать танец любви. Да? Начинайте танцевать танец любви в своем пространстве. Даже если вы наедине с собой, когда вы танцуете танец любви, любовь привлекается в вашу жизнь. Это вот 100%. А здесь говорится о том, выходите из дома своего или на интернет, на эзотерическое пространство. Интернет – это очень хорошо. Вообще все, что есть, это послание высших сил, девочки. Интернет, он усиливает эзотерику. Нельзя сказать, что вот чипирование, я такие слова слышу. Это, понимаете, чипирование было раньше, когда были рабы. Там же ставили клеймо, да, на рабах. А теперь нет этого. Теперь мы в век Водолея, все, наоборот, свободнее стали. Так что не бойтесь жить. Здесь вам Гермес говорит, не бойтесь жить. Чтобы иметь отношения, не нужно бояться жить. Выходить из своей вот такой скорлупы, или же из своей вот раковины этой, да, и становиться человеком Вселенной. Очень много мужчин, которые могут вас полюбить. Не верьте тому, что мужчин меньше, это все абсурд.
Не верьте тому, что все мужчины козлы, например, да, или там еще раз что-то еще на букву Г или на какую-то другую букву. Это все вас запугивают другие женщины, которые хотели бы, чтобы меньше было вот у них соперниц. Есть такие женщины, их много. Такие, знаете, женщины, которые вот и другим не дам, и сам не съем, как собака на сене, да, собаки на сене. Такие женщины, они, им даже мужчина не нужен, она просто вот собака на сене, и все. И у нее этой собаки на сене может быть 10 мужчин, которых она просто держит, как в уздечке собачек. Не слушайте их. У вас есть тенденция тушеваться перед другими людьми и замыкаться в своем пространстве. Не делайте так. Здесь вы сможете познакомиться. Меркурий дает вам письмо от Венеры. Вы сможете познакомиться. Если вы уже танцуете в паре, ну, это символически, если вы с кем-то в паре, смотрите, ваша пара имеет силы защитные, да? Есть такая аура общая в вашей паре. К вам никакой негатив не прицепится. Будьте уверены. Если вы не уверены в своем человеке, близком или же мужчине, понимаете, это недоверие. А недоверие – это не любовь. Вот я его люблю, но не доверяю. Такого не бывает. Один из признаков любви – это доверие. Поэтому у вас будет полное доверие с любимым человеком. Если вы поссорились, он не пишет, смотрите, Меркурий – это письмо. Так что вам будет от него хорошее известие. Вот это все, что касательно отношений в паре. Теперь я эти карты просто поменяю. Поменяю, да? Разложу так. И мы посмотрим, это третье письмо для вас. Касательно вот этого сигнификатора, это семейные отношения, ваш дом или квартира, вот ведь Венера отвечает за достаток и финансы тоже, да, он отвечает за, ну, такое, как это сказать вам правильно, чтобы, ну, не было, как бы, у нас славянские слова, они иногда такие, знаете, или грех, или плохие, или хорошие, как бы середины нету. А я хочу сказать, ну, вот это, когда мы себе угождаем, да, когда мы потакаем своим желанием, да, Венера же, она потакает желанием. А когда мы имеем роскошный дом, вот, и в доме все счастливы, вот дети там, родители и все такое, уютно, нам хорошо, это все вот эта карта. Если вы для себя такое хотите, а также родовые корни, смотрите, что я вижу, с двух сторон у вас есть очень много страхов. Я буду еще брать карты, у меня вот они. Добавки. Но это третье письмо говорит, что перекрыт какой-то канал на семью. Вот на этой карте видно, что как бы вы говорите с родителями, с детьми или с партнером, и какой-то пожар всегда. Ну, как бы он огрызается или он воспринимает слова ваши неправильно. Ну, как нарушен поток энергии, счастья. Есть вот какие-то обрывки фраз, причем такие какие-то опасные. Может быть, даже где-то есть тот, кто вам завидует, или же такие огненные, опасные слова он сказал вам или вы ему. И еще вот эта карта, это тяжелая карта, Медуза Горгоны, она говорит о том, что страх, он родился давно у вас. Он родился, вот еще передался по наследству, к сожалению, это страх. И этот страх мешает вам, блоки какие-то на семье стоят, да. Вот смотрите, может связано с разделом имущества. Я же говорила, что здесь с семьей все связано. Раздел имущества какой-то, может быть, в вашем роду, или же у вас с братьями и сестрами какой-то спор об имуществе. Ну да, видите, доказательство, еще одна такая карта вышла. Действительно идет спор, имущество не можете поделить, может быть, да. Но ведь речь идет о том, что это является блоком. Это является блоком. Получится ли избавиться от этих родовых страхов у вас? Смотрите, вы такой тяжелый груз несете на себе. Очень тяжелый груз несете. Зачем вы этот груз несете, я спрошу. Ну, потому что манипулировала мама, наверное, вами. Или отец. Кто-то манипулировал вами. Кто-то... как бы, знаете, делал все, чтобы вы
Немножко отодвину карты, потому что у меня не помещается все здесь. У меня вопросы есть. Я хочу так сделать. Кто-то вами манипулировал, кто-то вас нагружал, там, позаботься о своей сестре, там, ты должна, ты стар... Кто-то очень мешал вам жить на свете. Давайте дальше будем смотреть. Что делать с этим? Ну вот, смотрите. Вы знаете, это ваш мужчина вышел. Это карта короля. Ваш мужчина, что он хочет вам сказать? Вот ему тяжело. Он тоже переживает. Эта вся манипуляция ему надоела. Ему тоже тяжело. Отношения в семье тяжелые. Скорее всего, или дети-родители, недопонимание. А недопонимание, потому что мы, родители, хотим быть важными персонами в жизни детей. Король – это важная персона. Не нужно. К сожалению, так не бывает. Да? Мы любим родителей, безусловно, любим детей, безусловной любовью. А дети, они не должны нас любить, безусловной любовью. Вот. Поверьте, как только вы этот урок эзотерики у меня здесь пройдете, вы станете счастливы, вы легко вздохнете, вы не будете привязываться к детям, дайте им свободное плавание и начинайте жить своей жизнью. Вот поэтому у вас тяжело с супругом, вы с ним воюете, потому что или детей не можете поделить, или же что-то связано с тем, что характеры как-то, ну, тяжело из-за того, что нагрузка идет от детей, скорее всего. И тоже вас критикует кто-то очень сильно, просто распял вас, да, и такой безразличный стал. Критикует вас и стал безразличный. Может, это ваш мужчина, давайте спросим, а что будет в семье? Потому что видите, как семейный, третье письмо Венера очень много хочет вам сказать, вам многое нужно сделать для себя. Вы знаете, это другая семейная пара, может быть. Это, может быть, ваши друзья тоже семейная пара, но не нужно с ними так связываться. Мы думаем, что мы должны дружить. Когда у нас семья, мы дружить должны меньше. С друзьями такой холодок должен быть, а у вас его нет. Очень, очень как-то вы... Вам кажется, вам скучно вдвоем, вам обязательно кто-то еще нужен. Еще одна карта вышла. Пустая, девочки и мальчики, пустая, да? Что Венера говорит? Венера говорит, займитесь тем, чтобы вернуться к нормальному, спокойному отношению в семье. Он тоже устал, этот мужчина ваш, он тоже устал, он тоже хочет, чтобы все было спокойно, да, он будет стараться наводить мосты, и вам сейчас ничего не нужно делать, не нужно беспокоиться. Вот такое третье письмо мощное получилось, да, смотрите, сколько карт, как Венера открыла много каналов. Не беспокойтесь и дайте всему устояться. Вы как бы хотите поправить ситуацию, когда вы со своим человеком разговариваете, вы, или со своей мамой, вы хотите поправить ситуацию. И каждый раз, когда вы говорите им что-то, вы как бы наоборот делаете так, что они еще больше цепляются, просто волосы к вам цепляются, да, и хотят, чтобы вы там так или иначе поступали. Не слушайте все это дело. У меня здесь яблоневый цвет осыпается. Очень красиво. Я специально это сделала под яблоней, потому что у Венеры есть ее атрибуты. Это дельфин, роза, яблоко и гранат. Поэтому здесь яблоневый цвет, он, конечно, магический. Он помогает тоже делать это предсказание. Давайте я подытожу. Третье письмо, третьи карты, они показали четко, что ничего не предпринимайте. И если возникает спор, просто от него уходите. Уже больше ничего не докажете никому, да? Все будет хорошо. Я сейчас буду заканчивать, девочки мои дорогие, мальчики. У кого есть желание, ведь ветерок, у кого есть желание учиться у меня на симбалон, приходите на мой сайт, смотрите, если вас все устраивает, можно заказать уроки по симбалон. Они очень классные, потому что там тоже я вам даю знания по астрологии, я астролог. И да, если кому нужно. А вообще приходите ко мне на видео, потому что здесь нам приятно вместе, и я помогаю вам найти дорогу в жизни. Но я просто общаюсь с высшими силами, и через мои карты вы можете определиться, что делать дальше. Всех вас люблю, обожаю и вижу с вами на предыдущих или на будущих видео. Всем пока-пока!